Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами скульпторов, художников. Макс Слефогт, Даная, 1895 год, холст масла, 92/81. Художник Макс Слефогт стал одним из первых живописцев в Германии, кто практиковал работу на пленэре. Он прославился как пейзажист. Слефогт учился в Мюнхенской академии художеств, а с 1889 года в частной академии в Париже. После путешествий по Италии он вернулся в Мюнхен. Мастер восхищался творчеством Вильгельма Лейбля и Арнольда Беклина. Его интересовали исторические и мифологические темы. На картине известный миф о Данае показан в необычной манере. Стилистически это реалистическая живопись очень строгой цветовой гаммы. Перед зрителем не прекрасная сказочная обольстительница, а простая женщина. Деньги собирает его служанка, типичная крестьянка 19 века. Композиция строится на противопоставлении светлого в трактовке Данаи и темного в изображении старой женщины. В главной героине нет ни капли традиционного для этого сюжета эротизма. Эффектно прописаны черные, глубокие, впадины глаз и щек служанки. В целом получилось полное неизъяснимого драматизма и загадочности сцены в скромном интерьере, энергетикой, напоминающей полотна символиста Франца фон Штука. Ну вот такое описание к работе Макса Слефогта, Даная, я нашел в интернете, пользовался текстом книги «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.